Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Шуточка. Привет! Привет, пандочка! Что ты задумала? Шуточку! Лови! Смешно! Да! А еще шутку хотите? Нет. Ну и ладно, пойду других смешить. Пандочка, ты заметила, что ежику твоя шутка не понравилась? А крошику понравилось! Шуточка! Плохая шуточка! Просто ты в шутках ничего не понимаешь! Ой! Барашек, ну ты чего? Это же шуточка! А я испугался. Нам с крошиком смешно, а барашку, Нюшеньке и ежику нет. Все такие разные, да, пандочка? Да, или шутка плохая. Спрошу у них, что им нравится. Когда щекочут. Когда мыльные пузыри лопаются так. Бум! Когда так смешно танцуют. А мне Пандочкина шутка понравилась. Люблю, когда все смеются. Не бойся, барашек, эта шуточка всем понравится. Смотри-ка, все разные, а веселье от этого стало только больше. Мы разные. Я Нюшенька, а это Пандочка. Мы лучшие подружки. И мы очень любим играть вместе. Согласись, на бегемота заяц не похож. Не похож на крокодила, бурундук и еж. И журавль с муравьедом тоже вроде не похожие, но хорошие. Вот и мы живем такие разные друзья. Коля, Петя, Таня, Аня, ты мой друг и я. Все идем, бредем по свету, как прохожие, не похожие, но хорошие. И пускай на этом свете света хватит всем, хватит неба, хватит хлеба и для песен тем. И пусть песни тоже будут непохожие, непохожие, но хорошие, непохожие, но хорошие.
Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Нюшенька, давай в прятки. Давай. Ой, я же не закончила прическу. Крошек, может тебе помочь Нюшеньке? Так она быстрее справится и сможет поиграть с тобой. Нюшенька, тебе помочь? Да, принеси мне, пожалуйста, болтунчик для овечки. Вон там, за книжками. За книжками? Это болтунчик? Если честно, я и сама не знаю. Давай спросим у Нюшеньки. Это болтунчик? Нет, это пуговица. Ты за книжками смотрел? Около мишки, да? За книжками? Около мишки? Пойдем поищем вместе. Ну вот же! Нюшенька, так ты хотела сказать не на коробочке, а в коробочке, внутри. Ой, ну да, внутри. Это болтунчик? Ах, вот что такое болтунчик. Это бубенчик. Все, теперь можно играть. Крошек, ты хотел в прятки? В прятки я уже наигрался. Давайте лучше в находилки. Давайте. Это лежит между лампой и цветком. Хорошо уметь ориентироваться в пространстве. Сможешь и пропажу найти, и сам не потеряешься. Положение в пространстве. Где барашек? В кресле. А где печенье? В барашке. Под кроватку закатился мячиков бармот. На кроватке развалился Васька рыжий кот. За кроваткой окошко, за окошком бродит кошка. Васька выглянул в окошко и поет. Около кроватки кружка, ну, а в ней компот. Только смотрит на подружку Васька, рыжий кот. А над ним свисает лампа. Вот теперь запомнить нам бы, что такое на и за, и над, и в, и под. Повторим-ка для порядка несколько задач. Так, окошко за кроваткой, под кроваткой мяч. На кроватке развалился Васька рыжий кот. Над котом свисает лампа, в кружечке компот. В кружечке компот. Вот. Плюшка. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Привет, листочек. Хочешь дружить? Хочет. Ты будешь... Плюшка. Привет, Плюшка. Я ежик. Приятно познакомиться. Ой, я же про ручки забыл. И про ножки.
Ой, ёжик, а кто это? Такая смешная. Это Плюшка. Только она не может вам помахать. У нее ручек нету. Ручек? Сейчас. Привет, я Плюшка. Ну, здравствуй, Плюшенька. Расскажи о себе, откуда ты? Откуда? Я из книжного домика. Как-то в нем неудобно. А может, ее домик в фонтане? А может, домик-кружка и каждый день чаепитие? Ой! Вот! Плюшка будет жить во фруктовом замке, где крыша арбуз, а стены из ананаса. Ева фруктовой страны. Молодцы, малыши! Сделали такую сказочную аппликацию, а маленькую Плюшку превратили в настоящую королеву. Аппликация. Бумага, блин, ножницы, блин, и шлеп, клей, блин, будем клеить шлеп. Блин. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей. Ракушки и веточки. Клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей. Не скучайте, деточки. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей. Ах, какая грация! Наша аппликация. Просто счастлив, братцы, я. Сложится. Клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей. Деревце и рожица. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей. Ах, какая грация! Наша аппликация. Просто счастлив, братцы, я. Океан. Привет, ежик. Привет. Что это у тебя здесь? Океан. Ух ты, целый океан. Ага, с осьминогом. Ой, давай еще корабль нарисуем. Давай. Можно? Конечно, там же много. Такие волны! Такой ветер! Ребята, там цветок вянет! Есть вода? О! Вон, в океане! Там ого-го, сколько воды! Давай дальше рисовать.
Он большой, он не испачкается. Ветер! Флаг! Паруса! У тебя воды нет? Надо пупсику суп сварить. Вон там много, целый океан. А где тут у вас океан? Мне воды нужно. Вон там, бери сколько хочешь. Это что, океан? Ой, ой-ой-ой. А куда же океан делся? Закончился. Океан? Да, малыши, даже большой океан может закончиться. И тогда кому-нибудь воды не хватит. О! Мы теперь очень о природе будем заботиться, да, ежик? Я хорошо закрыл кран, чтобы не капало. Ай да малыши, все правильно поняли. То, что у нас есть, нужно беречь и для себя, и для других. Заботимся о природе. Что это капает, барашек? Кап-кап. Дождик, наверное. Кап-кап, кап-кап, кап-кап. Капает вода из крана. Кап-кап, кап-кап. Закрывай его скорей. Если будет лить из крана, то не станет океана, то не станет океана, рек, озер, морей. Нам купаться хочется, 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 пить водичку хочется, хочется, хочется. А вода сбежит из крана, кап-кап-кап, и кончится. Закрыть мы не забудем. Кап, 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 кап. Песенку споем всем людям, чтоб народы и все страны закрывали свои краны, чтобы в мире никогда не кончилась вода. Чтобы дети, папы, мамы закрывали свои краны, чтобы в мире никогда не кончилась вода. Кап, 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 кап. Пропажа. Добрый вечер, малыши. Что-то вы заигрались сегодня. Привет! Здравствуйте. А у нас дом ледяной. Очень красивый дом. Молодцы, что построили. Но уже поздно, и вам пора спать. Ну, ничего, завтра поиграем. Буду ждать завтра. А оно скоро? Скоро. Вот вы сейчас поспите, ночь пройдет, и с утра уже будет завтра. Эй! Сладких снов, малыши. Ой, море. А где же наш домик? Хм, пока неизвестно. Поплыли искать. Что-то домика совсем нигде не видно. Ой, смотрите! Наш домик! Ой. Так он растаял! Вот почему море! Да, малыши, прошло время, и лед растаял. Вчера был дом, сегодня стало море. Ура! Мы нашли наш домик! Он стал морем! Отправляемся в плавание. Курс на полярную звезду. Стоп-мотор. Есть стоп-мотор. А теперь швартовы.
А я хочу обратно домик. Не расстраивайся, пандочка. Мы нальем воду в формочку и уберем в холодильник. До завтра вода замерзнет, и у нас снова будут ледяные кубики. И мы построим из них домик! Или целый замок! А почему бы и нет? Ледяной замок – отличная идея. А сегодня у нас море! У наших малышей каждый день приключения. Вчера они строили домик, сегодня играют на море и завтра тоже что-нибудь придумают. Вчера, сегодня, завтра. Молодец, крошек! Завтра тут появится росток. Завтра? А это когда? Завтра, сегодня, завтра, сегодня, завтра, сегодня, вчера. Это считалка, это загадка, это такая игра. Вот ты проснулся, точно сегодня, но засыпал ты вчера. Спать же ложась непременно сегодня, завтра проснешься с утра. Это день, который начался с утра. Ночью я посплю, и наступит следующий день, завтра. А день, который был до того, как я проснулся, называется вчера. Вчера посадил семечко, сегодня поливаю, завтра будет росток. Молодец, крошек, во всем разобрался. Привет. А барашеку поможешь? Завтра, сегодня, завтра, сегодня, завтра, сегодня, вчера. Это считалка, это загадка, это такая игра. Но что приятно, что вероятно, будет играть детвора. Как играла вчера, будет играть и сегодня. А как поспит, непременно и завтра, прямо с утра. Пирамиды. Здравствуйте, девочки. Похоже, у вас намечается настоящее путешествие. Ага, в Египте! Египет! Идем смотреть на пирамиды. Вот, я и юбочки взяла, и игрушки, и платье. Самое нужное. А у меня вода есть, очки от солнца. Вот, и карта. Так-так, какой интересный у тебя набор, пандочка. Ого, бежим скорее! Справились с жарой. Теперь можно двигаться дальше. К пирамидам! Это пирамида? Нет, пирамида! Вот такая! А это? А это сфинкс. Сфинкс? О! А где же пирамиды? Сейчас найдем! Нюшенька, эти вещи тоже нужны. Пандочкины делают отдых безопасным, а твои – веселым и запоминающимся. Например, вот.
Ах, как же приятно и весело бывает в путешествии. Особенно в компании лучших друзей. Путешествие. Играешь в жмурки, крошек? Не-а! Отправляюсь в путешествие! Почему по дому всюду чемоданы? Почему глаза на лбу у папы, мамы? Что за наказание? Да что за происшествие? Просто мы собрались все в путешествие! Да! До! Да-да-да! Мы поедем на машине, полетим на самолете, поплывем на пароходе и на поезде, чух-чух. Чтобы мир большой увидеть, чтобы все скорей запомнить. И при этом надо вслух, и при этом надо вслух громко крикнуть: ах, эх, ух! Ах, диковинные страны, ах, чудные города, где, представьте, как ни странно, снег не падал никогда. Ух, так это значит горы! Ух, не разглядеть вершин! Эй, кончайте разговоры, бары-боры! Дальше путешествовать спешим! Эх! Эх! Ох! Ух! Ох! Эх! Ох! Эх! Ох! Эх! Ох! Верный спутник путешествий и приятных происшествий. У него 15 глаз, у него 15 ух, непременный, ах, эх, ух, непременный, ах, эх, ух. Лимонад. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Вот это да, вы устроили тут настоящий пляж. Ага. Хорошо на пляже? Да, только жарко чуть-чуть и пить хочется. Давай попьем, барашек, а потом играем. Правильно, барашек. Вода прекрасно утоляет жажду. А я буду это. Лимонад? Нюшенька, в нем столько сахара, что скоро снова захочется пить. Зато он вкусный. Ну что, побежали? Побежали! Пить хочу! О-о-о! Твоя очередь, Нюшенька! Оп-оп-оп! Я сейчас! Нюшенька, а еще вода очень полезная. Теперь поиграем. Теперь поиграем. Барашек, давай попьем лимонад. Я его сама сделала из воды и лимона. Лимонад. Вкусно. Домашний лимонад без сахара очень полезный. Отличная идея, Нюшенька. Вредно и полезно. Что-то делите, малыши? Да, вкуснятину и вреднятину. Мы сейчас, ребята, все, что нам известно, в этой песенке поделим пополам. Тут споем о том, что очень нам полезно. Ну а тут о том, что очень вредно нам. Подпевай-ка,
не скучай. Нам погромче отвечай. Есть фрукты? Полезно! Есть овощи? Полезно! Есть чипсы? Приятно! Пить газировку? Приятно! Мыть руки? Полезно! Не мыть руки? Приятно! Гулять в лесу? Полезно! Ковыряться в носу? Бесполезно, это значит, мы становимся сильней. Мы становимся бодрей. Мы становимся мудрей. Ну а вредно, это значит, что потом что-то сделав очень горько, пожалеем мы о том. Что-то сделав очень горько, пожалеем мы о том. Монетка. Здравствуй, крошек. Привет. Какая у тебя штучка? Знаешь, что это? Да, блестяшка. Эта блестяшка называется монетка. Красивая монетка. Я ее вон там нашел. Странно. Бам, барам, бам, бам, барам, бам, бам, бам. Ой, крошек, что это у тебя? Монетка. Красивая. А давай меняться. Я тебе палочку, а ты мне монетку. Давай. На монетке что, все-все поменять можно? Не все, но многое. Надо еще монеток. Вот, домик с монетками. Крошек, это не домик, это копилка. Разве она твоя? Нет! Ой! Наверное, это копилка малыша. Думаю, он решил накопить на велосипед. Да? Надо вернуть монетку обратно. Нюшенька, это была чужая монетка. Давай меняться обратно. Ой, а я уже поменялась с барашком на обруч. Сейчас. Барашек, давай меняться обратно, пожалуйста. Монетка была не моя. Хорошо, держи, Нюшенька. Спасибо, пойду верну монетку. Все! Молодец, крошек, ты все сделал правильно. Крошек, иди к нам играть. Молодцы, малыши! Придумали новую игру. А монетки пригодятся малышу, чтобы осуществить его мечту. Деньги. Малыши, что вы делаете? Копим монетки для дела. Папа работал и мама работала. Что же в итоге? Вот она. Денежка наша в кармане звенит. Кто не работал, пусть нас не звенит. Мы на монетки. Купим котлетки, купим конфетки, купим для детки. Мы даже слона. Только посмотрим, какая цена. А я буду тратить монетки. Купим картину, картошку и платьице. Жалко, что деньги так быстро тратятся. Вот бы разве они словно грибы. Как хорошо бы тогда было бы. Мы на монетки. Купим ракетки и статуэтки. Купим для детки речной пароход. Только еще поработаем год. Деньги
конечно, имеют значение и для лечения, для обучения. Но чтобы видеть счастливые сны, деньги, ребята, совсем не нужны. Мы на монетки, мы на монетки купим салфетки, жилетки, розетки. Ну а когда подрастут малыши, купят и нам что-нибудь для души. Усатый полосатый. Привет! Здравствуйте, малыши. Рассказывайте, куда собрались? У нас снова бассейн. Я иду плавать. Я за молоком. Там целый ящик. А я иду изучать хищника дикого. Отличный план. Доброго пути. В одну сторону идем. Я уже пришел. Вот мое молочко. А вот мой бассейн. Ой, барашек, это ты в него молока налил? Наверное, это мой хищник. Бежим. Откуда у нас тут хищник? Тем более дикий, а, пандочка? Не знаю, я его в первый раз видела. Страшный? Не, смешной, только большой. Хочешь сначала изучить хищника с безопасного расстояния? Конечно. Пандочка, мы с тобой. А хищник он какой? Усатый, полосатый! Может, это тигр? Усатый, полосатый. И пушистый? Да! Это не тигр, это котенок. Так вот в чем дело. Пандочка, мы и правда завели котенка. Котенка? А почему он такой большой? Это не он большой, это ты маленькая, пандочка. Хотя такими темпами он скоро вырастет. Барашек, наливай! Нам тоже нужно вырасти! Все на свете любят вкусное молоко. И малыши, и котята, и даже тигрята. Молочные продукты. Чур мне творожок, чур мне йогурт. Чтобы жить всегда здорово, аппетитно и легко, нам любимая корова подарила молоко. Если ты, мой друг, пока не отведал молока, то сейчас мы все исправим, ведь беда невелика. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, выпить кружку молока. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, выпить кружку молока. Творожок, сметана, масло, ломтик сладкого сырка получаются прекрасно из простого молока. Йогурт-шмогурт, это точно, даже с дырочкой сыр. И продукт кисломолочный, объеденческий кефир. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, выпить кружку молока. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, надо выпить, выпить кружку молока.